губернатора Сальникова в нашем дворе. Мы договорились с застройщиком, он согласился, департамент архитектуры согласился, что делает проект межевания согласно наших требований по проекту границ, который мы сделали, забили координаты, представили это в архитектуру, Министерство строительства, все согласились. Значит, правительством было создано перечень мероприятий, которые по срокам должен застройщик выполнить. Это до 1 числа он должен был выполнить проект межевания, согласно нашего требования дворовой территории. Но на сегодняшний день никаких сроков не выполняется, несмотря на то, что это правительство его обязало. Ну вот застройщика мы вынудили убрать вот этот забор. Дети обрадовались, они ждали детскую площадку 12 лет и построили себе уже штаб. На радости, что какая-то территория освободилась. Встраивая.